Всем привет, друзья! С вами Fisherman Hunter. Вот чуть-чуть сахатинка завяливается. Подготовка к копчению, короче. Вот. В общем-то, короче, посолено, вымочено, завалено, короче, в перце красном. На солнышке вялилось у нас, короче, примерно часов 8. Потом ночь в тени висела в ограде под ветром, вывешенная. Через сутки снято, просто в ведре полежала. И вот теперь уже часа 3, наверное, висит вот, вот так вот. Она у меня обветривается. Короче, коптить не сам буду. Попросил человечка, который мне ее скоптит. Вот не знаю, как лосятину лучше коптить. Либо горячего копчения, вот такие вот куски завяленные, либо холодного. Друзья, кто коптил, посоветуйте, пожалуйста. Я буду рад самому наилучшему варианту. Жду ваших ответов.